Всем привет, друзья! Приехал на карьер, грузим щебень. Щебень. Колясик опять со мной на КамАЗе. Лагранж грузится. Потом гружусь я. Потом колясик. Если ты это читаешь, значит, я тебя не вижу. Понятно, друзья? Это мертвая зона водителя, которого он ее не видит. Если вы здесь на легковой встаете, то значит, вас большая машина не видит, потому что вас тут нереально заметить. Будьте аккуратней. Бесплатная реклама Лагранжа. Лагранж требуется водителя. Колян крадется ко мне. Попался. Нормально. Копченый какой-то. Закоптил горю. Парни с Лагранжа, с вас лайк. Пока мы с Коляном стояли, болтали. Погрузчик думал, что он будет 5.20 грузить. С этой стороны 2.40, вот я жду 2.40. А с этой стороны 5.20, вот она, маленькая, здесь мелкая. Так взял погрузчик, ему ковш кинул. Он теперь вываливает его. Он говорит, не-не-не, говорит, не надо, говорит, мне, говорит, 20.40. А он 5.20 цепанул. Короче, ребят, долго нам еще здесь куковать. Сыпет очень долго. Можно сказать, вообще тут ее еще нету. А мне именно вот ее и надо. Будем ждать, пока она тут насыпет. Короче, не дождались мы. Щебенку позвонил шеф, сказал ехать на другой карьер. Сколько ее здесь можно ждать? Здесь будем ее ждать до завтра, пока она насыпет. Мы здесь простояли так уже, наверное, час, полтора. Там даже на машину не насыпало. Поэтому поехали мы на другой карьер. Вонючка, вонючка. Короче, приехали парни на другой карьер. Здесь тоже не все хорошо. Короче, машин, наверное, 7-8 зашло ману. Опять стоим, опять ждем. Блин, наконец-то мы заехали. Простояли мы здесь, наверное, часок тоже. Мало того, что мы здесь попали на обед, так мы еще и в очередь с машинами. Сейчас ман грузится. Второй ман, а потом я. Маны красавчики, свеженькие. Ничего, такие тачки. Ман вообще хорошая машина. Крепкая. Немец. Тоже немец. Русский немец.
Русский немец. Надо заехать сюда, короче, передом, загрузиться. Здорово, Алан. И заодно сюда уезжать. Здорово, узнал, да? Стройка, боксы, да? Сколько у тебя по массе получается? Белазик стоит, груженый. Наконец-то грузимся. Теперь таким же макаром задом и назад. Задом. Колясик. Так, лазеечку видим, надо вот нам цепь сюда заталкивать, чтобы нам развернуться как-то. Ничего, нормально получается. На улице жарище стоит у нас 28 показывает у меня. Прям духота такая противная. И пыль еще стоит. Сейчас заедем на заправку, заправимся. Там пищит, лампочка горит. Мало топлива. Глаза уже, короче, болят. Солнце лупит. Белое, вот это вот все белое отражает. Ты уже просто, знаете, аж это. Голова начала болеть. Голова. Щуришься, едешь. Я просто про очки забыл. У меня очки валяются. А я про них забыл. Сейчас одел, у меня аж прям расслабон такой пошел в глаза. На трассу выезжаешь, после тебя еще какое-то время пыль стоит столбом. Вылетает снизу, там где вот подвеска, колес, из-под колес, из-под рамы везде. Там есть же по пыли, она сажается, там садится во всякие такие места уютные. На трассу выезжаешь, ветром как начнет выдувать, смотришь сзади, прям пыль стоит. Мне Колянчик анекдот скинул, я так ржал, решил с вами поделиться, короче. Русский, француз и англичанин. Короче, сидят, беседуют, ну и делятся, кто как с бодуна отходит. Ну, типа, кого как отпускает, кто как болеет. Ну, француз говорит, я разнажрался так, что бодуна было плохо. Говорит, голову не мог поднять ни одну, говорит, типа, и ни вторую. Ну, англичанин говорит, да это все фигня, говорит. Вот я, говорит, раз, говорит, глаза открываю, говорит, а я, говорит, в бар, кафе, караоке, говорит, слева, говорит, под рукой жена, с правой стороны, говорит, проститутка. Я весь, говорит, обрыгался, короче, плохо. Вообще, короче, говорит, бля, говорит, нажрался так, что, говорит, еле отошел. Русский говорит, да это, говорит, все, говорит, хуйня. Я, говорит, раз, говорит, просыпаюсь, говорит, на городской свалке, говорит, глаза открываю, говорит, голый. И ворона, говорит, сидит на хую, говорит, залупу клюет. Мне до того, говорит, было плохо, что я даже, говорит, кищ сказать не могу. Каток, короче, шуршит по трассе. Держит путь, наверное, домой. А может быть, магазин запьем, решил стартануть. На базе, может, машин не было. В катка прыг, ща, говорит. За холодненьким слетаю. А может, просто решил попробовать укатать асфальт ровно сделать.
чтобы волнами не был. Думаю, сейчас я его катану, пока солнцем пригрел асфальт, пока тепленький. В клин лечу, ребят, в клин. Сейчас на минку выезжаем. По минке до Дорохова, через Рузу и в клин. Возможно, если быстро управлюсь, можно будет искупаться в русском водохранилище. Там в Рузе хорошее, очень хорошее водохранилище есть. Если, конечно, успеем, время 5. Думаю, наверное, навряд ли мне туда еще часа 2-3 точно пилить. Мана, кабина такая здоровая, как моих две. Шикарно, наверное, в такой кабине жить и не тужить. Приехали, короче. Врюхали в пробку, блин. В сторону Москвы пробка. В сторону Москвы пробочка. Вот смотрите, у нас пробка. А вот фура хочет выехать, развернуться, он разворачивается. Мне интересно, как вот он сюда залезет. Он сейчас вот так вот выйдет. Подошел подписчик. Сижу, снимаю, короче, такой стук в двери, я же испугался. Подходит, говорит: о, Толян, здорово. Смотрит меня. Травку какую-то повез. Газон. Первый раз вижу такой КамАЗик, манипулятор. Вольвочка. Чем заняться в пробке? Влажная салфетка, обычная салфетка сухая и отпидоривание зеркал. Ну вот, поворачиваем на Рузу. До Рузы осталось 22 километра. Проезжаем мимо Рузы и в сторону Клина. Клин, город Клин, Московская область. Вай, как пахнет-то сразу. Водичкой. Купаться хочу. Ну вот, можно будет на обратном пути тормознуть, нырнуть. Шикарно как здесь, да? Я в этом году еще ни разу не купался. Некогда. Работа. Нужно искупаться. Я последний раз купался, знаете, когда? Последний раз я зимой в проруби на крещение. Зимой на крещение в проруби каждый год стабильно закалка. Тормознул на площадочке, небольшой перекур. Походить просто, уже ноги что-то отекли. В коленках здесь вот, в коленочках, блядь, ноги начинают болеть, долго сидишь когда. Заодно пройдемся, посмотрим, как что тут с машиной. Резина горячая. Нагрелся баллон. Короче, до Клина мне осталось еще 40 километров. А там от Клина мне еще ехать, наверное, километров 20. Но в итоге мне осталось где-то ехать километров, наверное, 60-70. Ну, более-менее ехать можно. Лобовуху застрали мне все. Она просто уже не отмывается от этих мух. Не, ну нормально, я отмываю, как бы, водичка, щеточка, ферри. Все это дело запенивается, смывается великолепно. А щетками не отмывается. Только вот видите, как она только размазывается. Такие плямбы. Чуваку, короче, хорошо. Идет мимо бордюра, наступает, спотыкается.
Тырем-тырем-тыре или там. Сейчас он. Я думал, сейчас опять промахнется мимо бордюра. Не, ну вы представляете, я тут в пробке, значит, тащусь. И передо мной загорается красный. Зачем ты это сделала? А мам, съем. Давай, ура. Наконец-то мы поехали. Сидят синоны, нынче сидят синоны. Парни попросили придержать. Я так понял, застрял. Чувак. Спросили ребята, трос у меня есть, но трос у меня под кузовом, а я груженый, трос вытащить не смогу. Хотя можно было бы чуть-чуть приподнять кузов и вытащить трос, но я боюсь, что борт откроется, и я просто здесь засыплю весь асфальт щебнем. Тот трос у них маленький порвался. Блин, я помог бы ребятам, но никак. Просто лежит именно под кузовом. В случае того, что если на выгрузке застрял, кузов поднял, трос достал, тебя вытащили. А так трос ложить больше некуда. Давай, парни, давай. Пошла, малышка, почти. Эх, не хватило. Не завелась. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Короче, ребят, пробка, жесть. Стоим в городе, движения вообще никого нету. Что-то мы прям вообще подзалипли. Светофор уже два раза работал, два раза выключался, я все стою. Приехала, парни, сюда куда-то на площадку. Позвонил, сказали, что приеду принимать. Пока никого нет, пока стою, жду.